Отсюда? ДНР? Ни за что! Орлов тебе издох. Боже упаси. Маша, вы снимаете? Сегодня мы решили поинтересоваться у жителей ДНР, хотят ли они переехать куда-либо. Вы хотите переехать? Куда? Куда-нибудь. Куда-нибудь? Отсюда? Да. ДНР? Да. Да боже упаси. Это моя родина, моя страна. Спасибо. Я никогда не перееду. Скажите, вы хотите переехать? Нет, девушка, я здесь родилась, я здесь выросла. Я ни на один день не уехала, даже когда стреляли. Хотите переехать? Нет. Да никто не хочет с этого. Скажите, вы хотите переехать? Нет. Скажите, вы хотите переехать? Ой. Скажите, вы хотите переехать? Куда? Куда-нибудь отсюда. Нет, да нет. Нет. Мы коренные жители. Спасибо. И не предам. Хороший ответ. Скажите, вы хотите переехать? Нет. Вы хотите переехать? Конечно. Куда? В Россию, в Таганрог. Мы планируем. Почему? Родственники живут. Хороший город. Скажите, вы хотите переехать? А? Переехать хотите куда-нибудь? Не, я в Орловке родился, в Орловке и сдох. Скажите, вы хотите переехать? Нет. Да нет. Зачем переезжать? Вы хотите переехать? Нет. Куда? Куда-нибудь. С Горловки? Отсюда, да. Нет, не хотелось бы. Скажите, вы хотите переехать? Нет. Скажите, вы хотите переехать? Нет. Скажите, вы хотите переехать? Переехать? Да. Нет. Спасибо большое. Вы хотите переехать? Нет. Нет. Спасибо. Хотите переехать? Куда? Отсюда куда-нибудь. Нет. Спасибо. Ни за что. Хотите переехать? Куда? Куда-нибудь отсюда. Куда-нибудь, ну если выгодно, интересно, да. Скажите, вы хотите переехать? Нет, не хочу. Хотите переехать? Нет, не хочу. Вы хотите переехать? Нет. Скажите, вы хотите переехать? Нет.